Всем привет, с вами Макс Скрэч, вы находитесь на канале Movie Play Max. И сегодня я хочу для вас записать такой вот большой урок, тутор, я не знаю даже как это назвать. Помощь вам, если среди вас, например, есть новички, которые не знают, как открыть фид. То есть открыть доступ общий к своим подпискам и к понравившимся видео. Для чего это нужно? Нужно это для того, чтобы, ну, первое, пользователи любые могли видеть каналы, которые вам нравятся, и видосы, которые вам понравились, например, друзья ваши. Второе, то для чего я, собственно, и записываю данный видос, нужно это бывает очень часто для конкурсов. То есть, например, кто-либо проводит конкурс, и одно из обязательных условий участия в конкурсе, на странице у пользователя должен быть открыт фид. То есть тот, кто проводит конкурс, должен видеть, на какие каналы подписан участник и какие видео ему понравились. Так как часто одним из условий конкурса бывает, например, подпишитесь на канал и поставьте лайк под таким-то видео. Я конкурсы тоже в будущем планирую проводить, поэтому запишу такую сразу небольшую инструкцию вам в помощь. Ну и что ж, приступим. Предположим, что у вас есть на YouTube учетка, если нет, создавайте, это очень легко. Здесь вы видите информацию о своих подписках, это главная страница, в которой YouTube вам будет рекламировать все подряд. А что нам нужно? Нам желательно создать свой канал, делать это очень просто. Если у вас его нет, то просто нажимаете сюда и создаете канал, там буквально кнопку далее нужно будет нажать и все. Добавляете себе сюда аву. Оформление какой-то канала, если оно вам, конечно же, нужно. Нам сейчас нужно следующее. Под вашим никнеймом, именем, строка «Главное видео плейлисты канал обсуждения и о канале». Нас интересует вкладка «Каналы». Жмем сюда. Здесь у нас у вас будет отображаться список каналов, на которые вы подписаны. Данная учетная запись пока я подписался только на себя, использую как тестовую, нам нужно следующее. В правом верхнем углу увидите ограниченный доступ. Жмете сюда. И вот, отметки нравится и подписки, то есть конфиденциальность. Если у вас эти галочки стоят, мне показывают информацию о сохраненных плейлистах и о том, что мне понравилось, ее нужно снять. Мне показывают информацию о моих подписках. То же самое, снять эту галочку и просто нажать кнопку «Сохранить». Готово. Внесенные нами изменения внесены. Проверяем. Жмем «Мой канал». Каналы. Видим здесь надпись «Открытый доступ». Значит, у нас все получилось. На что еще следует обратить свое внимание? Смотрите. Когда вы находитесь на странице своего канала, вот здесь, опять же, напротив вашего никнейма, если вы наведете мышь под оформлением поля, под оформлением канала, здесь появится такой значок карандаша. Нажимаете на него. И здесь высветится две таких надписи. Первая из них — настройка навигации. Вот именно она нам и нужна. Жмем. Навигация по каналу. И мы видим здесь слово «Фид». В фиде можно автоматически публиковать сообщения обо всем, что происходит на вашем канале. Ну, разумеется, кроме действия с личным контентом. Вы видите вот эти надписи. Напротив вам нужно напротив них вам нужно просто поставить галочки. Опубликовать в фиде, когда я добавлю видео, например, в общедоступный плейлист, нажимаю «Нравится» или «Сохраняю плейлист», когда я добавляю подписку. То есть вот теперь мы по факту включили фид, нажимаем кнопку «Сохранить». То есть далее в нашей новостной ленте будут отображаться действия, которые мы производим. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, видео было кому-нибудь полезным. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.